Гастон! Давай пойдем на поляну! Гастон, апорт! Привет, ребята! Привет, Барнаби! Что вы делаете? Мы бросаем палочку Гастону. Да, он любит поиграть с палкой. Ой, это не палка. Привет, ребята! Привет, Стробери! Что это? Похоже на железную руку. Гастон, где ты это нашел? Ух ты! Что это? Игрушечный робот. Мне кажется, он сломан. Сейчас я его починю. Нет, спасибо, Стробери. Обойдемся без магии. Эльфы могут сами починить что угодно. А мы эльфы. Ну вот, готово. Он умеет говорить? Он сможет заварить мне чай? Нет, это игрушечный робот. Он умеет так. Ну и скукотища. А вот и нет. Игрушечные роботы так задуманы. Давайте его включим. По-моему, ничего не происходит. Может, батарейки нужны? Нет, он механический. Но у нас нет ключа. Я его наколдую. О, Холли, думаю, не стоит использовать этот ключ. Магия может быть опасна. Да ладно вам, не бойтесь. В любом случае будет весело. Хорошо. Тихо, Гастон. Ладно. Посмотрим, что будет. Получилось! Хозяин, как вас зовут? Роботы всегда это говорят? Я не знаю. Я эльф Бен. Эльф Бен, вы мой хозяин. Мы думали, он может только... Отпусти девочек! Я подчиняюсь только своему хозяину, эльфу Бену. Робот, отпусти фей, пожалуйста. Да, хозяин. Извинись. Простите. Он нас здорово напугал. Игрушечные роботы так себя не ведут. Думаю, это мой волшебный ключ сделал его таким. Но похоже, он слушается меня. Значит, бояться нечего. Здравствуйте, мальчики и девочки. Здравствуйте, эльф! Что тут у вас? Это игрушечный робот. Он был сломан, но мы его починили. Молодцы. Ах, да. Это старая модель Z-33. Она сделана на фабрике эльф. Точнее, это самая первая модель. Пожалуйста, не злите его. Одну минуточку, эльф Бен. Ты так говоришь, будто он понимает. Ну, кажется, понимает. Это игрушечный робот. Он умеет только... Отпусти меня, глупая жестянка! А ты старикашка грубиян. Робот, сейчас же отпусти мудрого эльфа. Да, хозяин. Очень странно. Я не помню, чтобы Z-33 разговаривали. Он уходит! Надо его догнать! Там-та-там, там-ту-та-там, та-та-та-дам. Что за чудесные звуки? Там-та-там, там-та-там, там-та-там.
О! Где же он? Кажется, это голос няни Плам. Помогите, помогите! Робот, ну-ка отпусти няню Плам. Да, хозяин. О, спасибо, Бен. Что это за штука? Это игрушечный робот. И он делает все, что скажет Бен. Правда? Да, смотрите. Робот, вымейте внутренний двор. Должен убрать. Должен убрать. Должен убрать. Здорово он метет. Я бы хотела иметь такого помощника. Я могу вам его одолжить, если хотите. Очень мило с твоей стороны, Бен. Я возьму его на сегодняшний вечер. Ладно, робот, мне пора идти домой, но ты должен остаться здесь и прибраться в замке. Да, хозяин. До свидания. Пока. Увидимся завтра. Должен убрать, должен убрать. Святые фей, что это? Это робот Бена. Няня одолжила его, чтобы прибраться в замке. Похоже, он очень ловко управляется. Должен убрать, должен убрать. Я все же предпочитаю традиционные методы. Ужин готов. Ужин. А, полагаю, робот подаст нам десерт после ужина. Должен убрать, должен убрать. О, во имя магии. Думаю, пора приказать ему остановиться. Не выйдет, робот слушается только Бена. Так что же нам делать? А, Бен сказал ему привести в порядок весь замок. Может, пойдем ляжем спать, а он пусть заканчивает. Вот умница, Холли. Робот наверняка закончит до утра. Должен убрать, должен убрать. Что? Разве уже утро? Должен убрать, должен убрать. Отпусти меня, отпусти меня! Во имя магии, что происходит? По-моему, робот решил убрать из замка все. Да, и нас в том числе. Он чудовище. Как его остановить? Это только Бен может сделать. Алло, миссис Эльф слушает. Здравствуйте, миссис Эльф. Извините, что так поздно, но у нас ЧП. Нам нужен Бен. Срочно. Хорошо. Бен? В маленьком замке что-то случилось. Мы немедленно идем туда. Хорошо. Эльфы-спасатели! Кто спасает лучше всех? Эльфы спасают лучше всех! А кто мы? Мы эльфы! Это эльфы! Ура! Ура! Смотрите, это мой робот! Отпустите меня! О. Эльф Бен, хозяин, хозяин, хозяин. О, завод кончился. Ура! И все же, почему этот игрушечный робот так странно себя вел? Наверное, это все из-за моего волшебного ключа. Магия! Что это ты принес, Гастон? Правильный ключик! Молодец, Гастон! Бен, может быть, лучше не стоит? Да не волнуйтесь! А, вот он, старый добрый игрушечный робот. Да, вот здорово! Какое чудесное утро для занятий с палочкой. Но няня Плам, я собиралась поиграть с Беном. Принцесса Холли, по
Послушай, ты часто играешь с эльфом, но иногда надо и заниматься. Прошу, няня, обещаю позаниматься позже. Хорошо. Ну, пожалуйста, вернись. Спасибо, няня. Пока. О, где же Бен? Бен! Ну что ж, пожалуй, можно и позаниматься с палочкой, пока его нет. Палочка, что бы такого сделать? Да, мы сделаем красивую шляпу. Абракадапа, красивая шляпа. Ой, не очень красивая. И кажется, слишком большая. Прощай, горе, шляпа. Привет, Холли. Здравствуй, Бен. Я упражняюсь в магии. Хочешь посмотреть? Давай. Стой неподвижно, и тогда получишь новую шляпу. Абракадапа будет Бену шляпа. О! Бен, ты что, в шляпе? Ой, там никого нет. Похоже, я превратила Бена в шляпу. Боже, какая шляпа. Это Бен. Я случайно превратила его в эту огромную шляпу. Принцесса Холли, вот поэтому надо заниматься магией больше. Я как раз и занималась магией, но все пошло наперекосяк. Ты, наверное, слишком сильно махала палочкой. Нет, я махала так, как надо, но эта палочка не работает. Так-так, у хорошей феи все работает. Да, няня Плам. Я бы оставила Бена шляпой, чтобы проучить тебя. Преврати Бена обратно. Кажется, ему не нравится быть шляпой. Ну, хорошо. Смотри и учись. Динь-дон-дэн и шляпы Бен. Что это было? Я ошиблась немного. Но няня Плам пришла на помощь. Спасибо, няня Плам. Пожалуйста, Бен. Но, Холли, в следующий раз тряси палочкой нежно. Да, няня Плам. Прости, Бен. Ты испугался? Я же эльф. А эльфы ничего не боятся. Чудно. Можно тогда еще раз попробовать? Может, попозже? Пока, Холли. Пока, Бен. Принцесса Холли, что ты опять забыла? Волшебная палочка, где она? Ой, кажется, ее у меня нет. Надеюсь, ты ее не потеряла? О, вспомнила. Она осталась на лужайке. Я точно оставила палочку здесь. Пропала! Здравствуй, Холли! Здравствуй, Бен. Что с тобой? Я палочку потеряла и больше не могу творить чудеса. Может, это к лучшему? Это не смешно. Я никогда не найду палочку и буду плакать вечно. Ясно? Не плачь, Холли. Я найду твою палочку. Но как? Эльфы – превосходные сыщики. А я же настоящий эльф. Спасибо, Бен. Но если я найду палочку, ты должна пообещать больше не превращать меня в шляпу. Обещаю. Но, Бен, как ты будешь ее искать? У меня есть простой план. О, чудно. Сначала
Постарайся вспомнить, где ты ее оставила. В спальне, возможно, или... Здесь. О, здесь я ее оставила. Ясно. Что дальше у тебя по плану? Это был весь мой план. О, я знала, что нам ее никогда не найти. Смотри, это Гастон пришел. Может, он поможет? Привет, Гастон. Пожалуйста, помоги нам найти палочку Холли. Она была здесь, а сейчас ее уже нет. Гастон умеет идти по следу. Он обязательно найдет твою палочку. Гастон очень умный. Что? Почему Гастон остановился? Он смотрит на небеса. Выходит, твоя палочка должна быть именно там. Как это? Скажи-ка, она умеет летать? Палочка волшебная, но вряд ли она умеет летать. Что ж, но она где-то там. Вот если бы она могла подсказать нам, где ее искать. Подскажет. Не словами, конечно, но моя палочка умеет издавать звенящий звук. Класс! Можешь ее позвать? Сейчас. Палочка! Палочка! Это моя палочка! А звон идет оттуда! Это Галка! Палочка у нее! А Галки любят все блестяще! Она очень высоко! А мама мне не велела так высоко летать! Нет проблем! Я влезу туда! Осторожней, Бен! Не бойся, Холли! Эльфы хорошо лазят! А я же настоящий эльф! Славная птичка. Слушай, ты не могла бы вернуть нам нашу палочку? О, как нам повезло. Молодец, Бен. Хитростью заставить Галку раскрыть клюв я бы ни за что не догадалась. Да, эльфы очень хорошо это умеют делать. Надо бежать, пока Галка не придумала, что делать. Ты прав. Вперед, Гастон! Вперед, вперед! Летим! Няня, Бен нашел мою палочку. Очень хорошо. Но поверь, ты не должна была ее терять. Да, няня Плам. Выходит, Бен, я так понимаю, мы должны благодарить тебя. Мне не трудно было. Я думаю, он достоин награды. Ты вроде хотел новую шляпу. Конечно. Так я скажу спасибо Бену. Нет, правда, не стоит. Стой неподвижно, Бен. А ты, Холли, взмахни палочкой нежно. Да, няня Плам. Абракадапа, будет Бену шляпа. Надо же, получилось. Главное, правильный взмах рукой. Ух ты, это прекрасная ковбойская шляпа. Бен, спасибо, что нашел палочку. Прости, что я не поверила в твой план. И ты прости, что я не верил в твое волшебство. Только не это. Волшебная палочка окрасила Бена в синий. Как я смотрюсь? Я думаю, старая шляпа, Бен, идет тебе гораздо больше. Я тоже так думаю. Абракадабра. Что ж, я рад, что старая шляпа опять со мной. А я рада, что палочка со мной. Я ее больше не потеряю. Трудные времена! Продукты во дворе! Здравствуйте, мистер Эльф. Чудный день. Бесспорно чудный. Привет, Холли! Привет, Бен! Входи! Как мило, что мистер Эльф привозит продукты. Да. Где бы мы были без эльфов? Даже представить не могу.
Удачи, мистер Эльф! Что-нибудь еще? Нет, то есть, да. Я тут подумал, может, вы мне заплатите, а? Деньги? Да, вы уже давненько мне не платили. Года 3. Ох, да. И сколько мы вам должны? 492 золотых. Ого, это много! Не волнуйся, Бен, мы соберем деньги. Правда, няня? Но деньги на деревьях не растут. Нет? Нет. Они растут в волшебном сундуке. Ой, в нем только одна монетка. Больше нам и не надо. Я бросаю ее в волшебный сундук. Похоже на попкорн. Не поднимайте крышку раньше времени. Он полон монет. Ух ты, можно теперь я? Можно. Опустошаем сундук. Ну, Бен, брось монетку. У меня нет монетки. Они ведь все исчезли. О, без монетки денег не будет. Есть пуговица? Может, сработает? Он опять готовит попкорн. О, он полон пуговиц. Няня, а на них можно что-то купить? Мистер Эльф, можно мы заплатим вам пуговицами? Нет. Волшебный сундук сломался? Да, ваше величество, он делает только пуговицы. Чем мы заплатим мистеру эльфу? Не волнуйся, Холли, я все улажу. Мне очень неудобно, но так вышло, что у нас сейчас туго с деньгами. Не стоит беспокоиться, ваше величество, право же, не стоит. Прошу прощения. Нет, нет, ни к чему об этом думать. Чудно. Когда деньги будут, дайте мне знать, и я привезу вам еду. Пока. Оу, пока. У меня для вас две новости. Давай начнем с плохой. Плохая новость, что хорошей новости нет. Мистер Эльф взял, да и увез наш завтрак. И все из-за того, что у нас нет денег. А зачем деньги? Я точно не знаю, Холли. Но эльфы их очень любят. Может, ты сможешь починить сундук, папа? Он не сломан. В него просто нужно бросить монетку. Дайте-ка мне. В том-то и проблема. У нас нет монет. Ладно, а где добывают монетки? Моему папе платят монетами за работу. Правда? Папочка, а ты мог бы работать за деньги? Почему бы нет? Можно попробовать. А кем ты будешь работать, папа? Не знаю. Думаю, я хорош во всем. Я король. А, мудрый эльф. Я ищу работу. Как смешно, ваше величество. Нет, я не шучу. Нам очень нужна монетка. Ясно. Обычно в таких случаях нужно заглянуть в центр трудоустройства эльфов. Но так как вы... Нет, нет. Я не потерплю никаких исключений. Слушаюсь. Ваше имя? Король. Мистер Король. Ваша специальность? Король. Король. Навыки? Быть королем. Король сейчас не требуется. Нам нужен работник на фабрику, или фермер, или матрос. О, папа, матрос лучше всего. Да, я люблю кататься на лодках. Ваше Величество, вам предстоит плавание на нашем новейшем корабле. Здесь король! Ура! Сегодня я не король, я просто скромный матрос. Но нам нужен король для спуска на воду. Ну, так уж и быть, побуду королем еще чуть-чуть. Спустить корабль на воду! Ура! Теперь я снова скромный матрос. Ладно, тогда драй палубу. Есть! Ты отлично справляешься, пап! Это скучно. А почему бы нам не ускорить процесс? Волшебство? Эльфы этого не любят. Вот что, давай-ка меняться. Слушаюсь, ваше величество. Так-то лучше. Вот веселье. Право руля. Право? Это где? Разве нельзя просто показать пальцем? Мы врезались! Покинуть корабль! Ваше величество, как идет работа? Прекрасно! Только корабль был непрочным.
У вас нет еще одного? Возможно, вы просто не созданы, чтобы быть моряком. Холли, где еще мне предлагали поработать? На фабрике игрушек. Это будет весело. Король идет! Ура! Сегодня я не король, а лишь скромный работник фабрики, как все вы. Но король должен осмотреть игрушки. Так и быть, побуду еще чуть-чуть королем. Прекрасно. Все, теперь я снова скромный работник фабрики. Что мне делать? Нажмите кнопку, и появится масса. А нет ли у вас работы поинтереснее? Делать игрушки? Нет, нет, ваше величество. Раскрашивать? Боюсь, что нет. Упаковывать? Нет. Ваша забота только кнопка. Молодец, папулечка! Кажется, я уловил, в чем здесь суть. Не так быстро, папочка! Что? Быстрее? Хорошо. Как идет работа, ваше величество? Похоже, что работа на фабрике не для вас, ваше величество. Что там еще было в списке? Работа на ферме, папочка. Король прибыл открыть праздник урожая. Ура! Я сегодня не король, а всего лишь скромный фермер. Но ведь сегодня праздник. Делу время, потехе час. Все слышали? За работу! Начнем. Что мне делать? Нужно полить тыкву, чтобы она выросла большой. Она не растет. Придется немного подождать, король. Я думаю, пару недель. Волшебство может ускорить процесс. Нет, папа! Пусть себе растет. Ух ты, какая большая тыква. И она растет! Все больше и больше! Тыква вот-вот взорвется! Что ж, пожалуй, сегодня я поработал совсем неплохо. Сколько монет я заработал? За труд матроса всего одну монету. Но за потопленный корабль мы ее заберем. За работу на фабрике монета опять ваша. Но за утиный потоп мы ее заберем. И за работу на ферме держите одну монету. Но за ужасный тыквенный взрыв мы ее заберем. Но мне нужна монета. Что ж, придется мне завтра опять прийти на работу. Возьмите монету, только не возвращайтесь никогда. Моя монета! Я ее сегодня заработал. Ой, молодец, мой дорогой. Бросаем ее в наш волшебный сундук. Сундук готовит попкорн. Он полон монет. И мы богачи. Ура! Молодец, папа. Ты прекрасно поработал. Это так. Ну, я пошел. Не хочу опаздывать. Куда ты идешь, папа? На работу. Я решил работать в две смены. Но у нас теперь есть деньги. Работа – это не только деньги. Я нужен эльфам. Ваше величество, вы нужны нам. Видишь? Нужны нам королем, как прежде. Нет, это не работа. Я хочу быть полезным. По-моему, короли полезны. А то кто же спустит корабль на воду? Точно! Ты спустил корабль на воду. Правда, потом ты его утопил. В фабрике король нужен, чтобы проверять игрушки. И самое главное, король открывает праздник урожая. Ясно. В таком случае давайте начнем праздник. Ура! Ура! Я создан, чтобы быть королем. Да, это твое второе призвание. Вот как? А какое же первое призвание? Быть папочкой. Эльфийская фабрика. Какой план на сегодня, няня Плам? Вы едете на эльфийскую фабрику. Зачем? Ваше величество, сейчас очень трудное время для эльфийской фабрики. Ведь Рождество на носу. А какое отношение это имеет ко мне? Вы должны убедиться в том, что игрушки идеальны.
Это забавно. Ничего забавного, Холли. Игрушки всегда идеальны. Я только и говорю, идеально. А можно не ехать? Пусть едет кто-то другой. Там ждут королевского визита. Я поеду, и я скажу, что игрушки идеальны. Да, почему нет? А няня Плам поедет с тобой, чтобы присматривать. О, чудно! Привет, Холли. Здравствуй, Бен. Мы пришли посмотреть эльфийскую фабрику. Ты знаешь, где она находится? Конечно, знаю. Я же настоящий эльф. Так где же она? Прошу за мной. Это приемная эльфийской фабрики. Доброе утро. Вам помочь? Здравствуйте. Принцесса Холли пришла с королевским визитом. Понятно. Запишитесь, пожалуйста. Что нужно делать? Укажите имя и место работы. Меня зовут принцесса Холли, а моя работа – быть красивой феей-принцессой. Хорошо. Вам придется надеть каски. Значит, наденем. Я вижу, у вас есть палочки. Да, мы же феи. Я должна их забрать. Магия строго запрещена на эльфийской фабрике. Эльфы не практикуют магию. А мы же настоящие эльфы. О, нет. Вот он. На фабрике сегодня очень трудный день. У нас большой заказ игрушек для Санта-Клауса. Надо же! Это что, Санта-Клаус звонит? О, нет, я так не думаю. О, здравствуйте, мистер Клаус. Можно поговорить со старым мудрым эльфом? Да, да. Я позову его сейчас. К телефону старого мудрого эльфа. Пожалуйста, зайдите в приемную немедленно. Здравствуйте, принцесса Холли. Здравствуйте, старый мудрый эльф. Это Санта-Клаус. О, прошу простить меня. Алло? Привет, старый мудрый эльф. Мой заказ на кукол будет готов к Рождеству? Да, мистер Клаус. Куклы обязательно будут готовы сегодня. Вы не забыли, что они должны быть в красных платьях, надеюсь? Нет, они будут в красных платьях. Спасибо. Прощайте. Это и есть ваша кукла для Санта-Клауса? Да. Мы делаем сотни таких. Они должны быть готовы сегодня. Можно взглянуть, как их делают? Конечно. Прошу сюда. Мы поедем на поезде. Все на борт. Наша цель – уровень первый компьютерный зал. Держитесь, ребята. Уровень первый. Компьютерный зал. Мне понравилось. О, у меня в животе заурчало. Здорово, правда? А будет еще лучше в следующий раз. Что значит еще лучше? Увидите. Прошу за мной. В этом зале мы решаем, как игрушки будут выглядеть. Я думала, вы придумываете это на ходу. О, нет, нет, нет. Игрушки разрабатываются до мельчайших деталей. Никаких случайностей. О, боже, какая сложная у вас работа. Мы гордимся своей основательностью. На экране мы выбираем цвета. Это кукла для Санта-Клауса. Да. Так, для примера. При желании я могу изменить цвет платья куклы с красного на синий. Синее платье. На эльфийской фабрике все поймут, что нужно красить платье в синий. Но Санта-Клаус просил красное платье. Я помню об этом, принцесса Холли. Я просто показал вам пример. Все на борт. Мы едем на эльфийскую фабрику. О, нам снова придется спускаться? Да, няня. Наша фабрика очень глубоко, в корнях дерева. И насколько глубоко? Ужасно глубоко.
Все на борт! Мы совсем не опускаемся пока. Подожди, Холли. Наша цель – уровень 99. Держитесь! Уровень 99. Эльфийская фабрика. И Буль-Буль машина. Какая машина? Буль-Буль машина. Надо же. Сюда, принцесса Холли. Пожалуйста, не стесняйся задавать любые вопросы. Ладно. Привет. Что вы делаете? Я тяну за рычаг, принцесса Холли. А еще что? Я тяну за рычаг, и Буль-Буль вылезает. И вам не скучно? Эльфам никогда не скучно. А я же эльф. Спасибо. Так, идем дальше. Это формовочная машина. А вы что делаете? Я жму на кнопку. Весь день? Да, весь день. Вы явно очень терпеливы. Эльфы очень терпеливы. А я же эльф. А что делают дальше? Дальше кукол красят. В этом цехе кукол раскрашивают. Как здорово! Привет, эльфы! Привет, принцесса Холли! У каждого эльфа свой участок работы. Один рисует глаза, другой – руки, а третий – волосы. Надо же! Я думала, все делают машины. Нет. Раскрашиваем мы только вручную. Это непростая работа. Эльфы любят работать. А мы эльфы! О, слава богу, что я просто фея. Тише, няня! Когда нарисовано платье, кукла отправляется на просушку. Затем мы кладем ее в коробку. Ну, вот и все. Готовая кукла. Идеальный пример эльфийского трудолюбия. Разве ее платье не должно быть красным? Что? Хо-хо. Ты опять права, принцесса Холли. Ну, да не беда. Ошибки всегда случаются, когда делаешь так много кукол. Но они же все в синих платьях. И впрямь. Нам придется их заново перекрашивать. Но ведь у нас времени мало. Я могу решить этот вопрос с помощью магии. Магия не допускается на эльфийской фабрике. Ладно, я позвоню Санта-Клаусу и расскажу, что случилось. Ага. Я уверена, он все поймет. Нет, нет, не звоните Санта-Клаусу. Может быть, разрешим няне Плам применить магию всего лишь один раз? Чудно. Только мне нужна палочка. А, вот и она. Ну-ка, синий, превратись в красный. Ура! Ура! Спасибо. Ничего особенного. Просто магия. Подайте няне Плам стул. Стул? Зачем это? Одна есть. 999 осталось. О, синий превратись в красный. Синий в красный. Синий в красный. Боже, няня, какое же у вас терпение? Да, няня Плам. Мы сделаем из вас отличного эльфа. Я тоже эльф. Тебе, Гастон! Тебе, Бен! Тебе, Холли! А это тебе, Бобби Пчела! Ой, а ты кто?
Это гусеница. Привет. Бен, ты знаешь язык гусениц? Не совсем. Похоже, она говорит Бетти. Привет, Бетти. Мы играем с нашими друзьями Гастоном, Божьей коровкой, и Бобби пчелой. А ты хочешь поиграть с нами? Похоже на согласие. Давайте поиграем в гонки. Победит тот, кто первым перебежит поляну. А летать можно? Никаких полетов и никакой магии. Хорошо. На старт! Внимание! Марш! Ого! Вы посмотрите на Бетти! Ого! Молодец, Бетти! А давайте Гастон покажет нам трюки. Хорошая идея, Бен. А мы пока что немного отдохнем. Смотри, гусеница Бетти грустит. Похоже, она себя неловко чувствует. Я ее развеселю. Хорошо, тогда давай, Бен. Ты не грусти, Бетти. Летать — это еще не все. Эльфы тоже не летают. А ведь я же эльф. Это не особо-то и помогло. Может, благодаря магии она полетит? Ты можешь такое? Я так думаю. Абракадабра, лети, Бетти, лети! Ого, сработало! О, я не думала, что такое случится. Мы должны ее спасти. Может, другое заклинание? Нет, у меня есть идея получше. Иху! Тихо, Бетти, спокойно. Оу! Так лучше. Здорово. Привет, Холли. Привет, папа. Что здесь вообще происходит? У Бена небольшие проблемы. Помогите! Я вижу. Стой! Все становится, когда скажу стоп. Что вы сделали с этим несчастным существом? Мы просто хотели помочь ей. Бетти расстроилась, потому что она не умеет летать. Понимаю. Не стоит волноваться. Скоро она сама сможет летать. Как? Ну, потому что она одна из этих насекомых. Гусеница? Да, спасибо, Бен. Да, это гусеница. И они меняются. Правда? Ну, конечно. Вам не стоит волноваться. Хорошо. Если хотите ей помочь, найдите много листьев. Она их ест. И если мы хотим, чтобы она летала, то надо накормить ее листьями. Конечно. Она должна скушать очень много листьев. Зачем? Увидите. Сначала насобирайте листьев. Сейчас узнаем, кто насобирает больше всего листьев. Хорошо. Давай. Думаешь, мы скормили Бетти слишком много листьев? Да, и теперь она немного толстая. Так она не сможет взлететь.
Так намного лучше. Она значительно поправилась. А, папа, а как это поможет Бетти летать? Увидите. Пора домой. А, это няня Плам. Мне пора. Бен, домой. Это мой папа. Увидимся завтра. До завтра, Бен. Спокойной ночи, Бетти. Папа сказал нам накормить Бетти, но теперь она такая большая, что точно не взлетит. Папа, наверное, ошибся. Холли, папа никогда не ошибается. Он король, а короли очень умные. Но как Бетти взлетит? Потерпи, увидишь. Спокойной ночи, Холли. Спокойной ночи, мама. Но как Бетти гусеница взлетит? Ну, просто она больше не будет гусеницей. Я не понимаю. Завтра поймешь. Спокойной ночи, Бен. Спокойной ночи, пап. Уже утро. Бен, Бен! Холли! Привет, Бен. Привет, Холли. А где Бетти? Я не знаю, но посмотри туда. Что это такое? Не знаю, но этого вчера здесь не было. Привет. Привет, привет, Валет. Привет, Стробери. Фу, что это такое? Мы не знаем. Это кокон. Гусеницы их делают. То есть Бетти гусеница внутри? Да. Но когда она вылезет из кокона, она больше не будет гусеницей. А кем она будет? Возможно, жабой. Жабой? А может, птицей. Понятно. Бетти гусеница станет птицей и тогда сможет летать. А, кокон. Да, папа. Бетти гусеница внутри кокона. И когда она оттуда вылезет, то она сможет летать. Ведь она станет птицей. Как правило, из гусениц птицы не получаются. Они становятся жабами? Нет, не жабами. Тогда кем же она станет? Привет, Бетти. О, она такая же. У нее есть крылья! Ого! Теперь она бабочка! Бетти бабочка! Смотрите, они все вместе летают! Она выглядит счастливой! Присоединимся к ним! Теперь все могут летать. А я не могу. Бен, я думал, что эльфы хорошо летают на божьих коровках. Точно! Эльфы ведь летают на божьих коровках. А я же эльф. Гастон! Спасибо, Гастон. Давай, полетели. Игу! Бабочка! Желудёвый день! Смотри, пап, дерево теряет свою листву! Потому что пришла осень, моя любимая пора года. Имей в виду, нас ждет долгая уборка листьев. Самое время собрать эльфов. Вниманию всех эльфов! Уборка листьев! Выполняем! Кто заметает лучше всех?
Эльфы летают лучше всех. А кто мы такие? Мы эльфы. Ой, не беда. Кто подметает лучше всех? Эльфы подметают лучше всех. А кто мы такие? Мы эльфы. Столько листвы, что приходится нести тремя метлами. Няня, а почему листва опадает с деревьев? Если б я знала. Осенние листья так прекрасны. Может, для тебя они и прекрасны, Фиолетта, а для меня это лишняя работа. Этот листик точь-в-точь такой, как на шляпе Бена. Это дубовый лист. Наверное, с эльфийского дерева. Не понимаю, почему эльфы должны жить в деревьях. Зачем нам вообще деревья? И осень. Снова ворчите, няня. Радоваться надо. Осень пришла. Да, ваше величество. Куда это ты, няня? Я возвращаю эти листья. Подожди нас, няня. Кто заметает лучше всех? Эльфы заметают лучше. Здравствуй, мудрый эльф. Полагаю, это ваши листья. Спасибо, няня Плам. Привет. Приветики. Какие красивые цвета. Смотрите, листья на ваших шляпах тоже изменили цвет. О, и правда. Любопытно. Поиграем в салки. Давайте, Квач. Ты водишь. Стой, я не был готов. Квач. Не догонишь. Ой, смотри, птичка. Где? Квач. Обманщица. Квач, Холли водит. Не поймаешь, я шустрей. Смотри, белка. Меня так просто не проведешь. Нет, Бен, там действительно белка. Здесь белка! Не кричи так громко, Бен. Почему? Это же просто белка. Не обращайте на нее внимания, принцесса. Смотрите, она подняла желудь. Рубите желудевую тревогу, мистер эльф. Что происходит? Похоже, сегодня желудевый день. А что это такое? Не сейчас, принцесса Холли. Вниманию всех эльфов! Желудевый день настал! Без паники! Покинуть эльфийское дерево немедленно! Наверняка тревога ложная. Будем надеяться, это просто учение. Белка бежит! Миссис Эльф! Миссис Эльф! Да-да! Только не паникуйте, миссис Эльф! Просто верните желудь! А лучше уносите ноги! Скорей! Кто-нибудь, наконец, объяснит мне, что здесь происходит? Раз в год к нам обязательно приходят белки и складывают свои желуди в эльфийское дерево. Мы зовем этот день желудевым! А что плохого в том, что белки хранят у вас желуди? Да, им же нужно где-то запасать еду на зиму. И это всего лишь желудь. Один желудь еще ничего. Но белок-то много. И желудей у них тоже много. О, простите, я не смогла справиться с белкой. Не вините себя, миссис Эльф. Если уж они начали, их ничто не остановит. И что теперь делать? Только ждать. Видите ли, стоит одной белке положить свой желудь в дерево, как тут же прибегут другие. Эти белки страшные повторюхи. Всех с желудевым днем. Когда прибудут белки? О, я все пропустил? Белки доверху забили эльфийское дерево желудями. Ах да, белки очень умные животные.
Они опасны? Жить в большом дубе с окнами – вот что опасно. Вы бы еще табличку повесили: «Хранить желуди здесь». Ха-ха-ха-ха-ха. Что ж, раз я все пропустил, пойду-ка домой. Счастливо! С желудевым днем! И вас с желудевым днем! Мудрый эльф, почему вы просто не перенесете желуди в другое место? Белки никому не позволят трогать их желуди. Смотрите. Вы будете делать? Мы будем переносить эти желуди подальше от дерева. Но вы же сказали, что не можете их перенести. Не можем, поэтому хитростью заставим белок сделать это за нас. Как? Ждите здесь и увидите. Хо-хо-хо, это хитрый прием. Неужели хитрый? Скорее глупый, но смешной. Та-да! А вот и мы. Пик! А зачем мудрый эльф нарядился белкой? Затем, что белки ужасные повторюхи. Если я заберу хоть один желудь, белки непременно захотят повторить за мной и заберут остальные желуди. Но разве белкам не нужно запасать где-то желуди на зиму? Ха-ха, конечно! Именно поэтому я поведу их вон к тому сухому бревну на вершине большой горы. Ваш костюм кажется тяжелым. Так и есть, но он хорошо сбалансирован хвостом. Начнем проверку. Начнем. Хвост. Есть. Желудь. Есть. Глазеющие белки. Есть. Вперед, вперед, вперед! Пик, пик, пик! Увидимся у сухого бревна, мудрый эльф! Пик! Пик! Надеюсь, у мудрого эльфа получится! Пик! Пик! Мудрый! Пик! Пик! Почти на месте! О нет! Хвост отвалился! Мне не остановиться! Катастрофа! Как же я люблю осень! Жаль, желудевый день пропустил.